Более сотни приемов и всего три струны. Этот инструмент звучит настолько многообразно, что, пожалуй, ни один другой с ним не сравнится, рассказывает лауреат и победитель городских, общероссийских и международных конкурсов Федор Павлов. Родители подшучивают, мол, Федор с балалайкой родился, а сын не устает благодарить их за то, что еще в дошкольном возрасте они разглядели его талант и подобрали хорошего педагога. Родителям, конечно, спасибо огромное, да. Разнообразие стилей игры, приемов и характеров просто поражает. Вот. Я чувствую этот инструмент с самого детства. Это мое. Как одаренный ребенок Самары, Федор был удостоен стипендии городского округа Самара. Вместе с ним наградами отметили еще 49 талантливых ребят столицы региона. Среди них дети и студенты до 25 лет. Музыканты, эстрадные и народные вокалисты, спортсмены, художники, воспитанники хореографических и цирковых школ. Награды стипендиатам вручила глава Самары Елена Лапушкина. Ребята, я вас поздравляю. Я желаю здоровья вам, здоровья вашим родным и близким. И, конечно, дальнейших успехов. Прославляйте наш город. Будьте всегда вместе с Самарой. А молодежь, хочется сказать, то, что у нас яркая, творческая, целеустремленная. И потом, я уверен, это будет примером и гордостью всей нашей Самары. Впервые стипендии одаренным и талантливым детям Самары начали вручать в 2012 году. За 7 лет этот вид поддержки получили 456 юных, но уже подающих большие надежды ребят. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События.